Итак, у нас новинка от Tyler Expert. Система называется Rotor Fix. Система пришла вот в такой вот упаковке. И в таких пакетиках. Тут еще положили специальные пластинки для фиксации наружных и внутренних углов. Это у нас идет стойка вставная в 1 мм в упаковке 100 штук. Ну а это называется гайка-шайба в упаковке 20 штук. У данной системы прижимная сила в 2 раза сильнее стандартных СВП. Система легко и быстро монтируется руками и не требует никакого инструмента. А специальная шайба предохраняет плитку от прижимной гайки и двигающихся элементов системы. Система работает от 3 до 25 мм. В данном случае в комплекте идет прижимная гайка с хорошим обзором перекрестия, что очень важно для нас, и защитная шайба. Итак, попробуем испробовать в деле эту систему Rotor Fix от Tyler Expert. Стойки и вкладки — это расходный материал, а защитная шайба и прижимная гайка рассчитана на многоразовое использование. Сбалансированность системы позволяет прижимной гайке легко закручиваться инерционно без усилий, что ускоряет работу по монтажу. Ну и как вы видите, у нас гайка прокручивается в шайбе, тем самым не дает разойтись шву, что очень удобно. Тем самым ускоряет и повышает качество работы. Друзья, обратите внимание, и даже где был раствор, система легко удаляется. Ну а теперь покажу немного работу, где я уже успел применить эту систему. А здесь я ее применил чисто в местах перекрестия, что очень тоже удобно. Ну что ж, новой системой я доволен и на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Всем пока!